Губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание на площадке строительства детской областной клинической больницы. В обсуждении хода проведения работ приняли участие представители руководства генерального подрядчика компании РТ «Сострой», госкорпорации «Ростех», руководители профильных ведомств и лечебных учреждений региона. Перед совещанием Игорь Руденя осмотрел строительную площадку детской областной больницы. В настоящее время на объекте полностью завершено устройство дренажной системы и фундаментной плиты. В высокой степени готовности находится работа по возведению несущих конструкций подземного этажа. У нас задействовано сейчас на площадке 73 человека и 6 единиц техники. Выполняются работы на 9-й захватке по армированию плиты перекрытия цоколя. На 4 захватках бетонные работы завершены, соответственно, выполнено 33% перекрытия цокольного этажа. Напомню, что детская областная больница возводится по специально разработанному проекту. Из-за западных санкций в него пришлось вносить корректировки уже по ходу строительства. Например, медоборудование, под которое специально спроектировано то или иное помещение, приходится заменять на другое, а значит, документацию надо пересматривать. Поэтому основной повесткой совещания стало повышение темпов строительства. Наши партнеры с Ростеха занимаются доработкой технической документации по зданию. Видим, что работа на строительной площадке идет. Сейчас важно быстрее завершить корректировку документации и уже в полную силу начать работать. Напомним, что новая детская областная больница рассчитана на 420 коек и 13 500 посещений пациентов в год. В ней будет 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион.